ФСБ и Следственный комитет проводят обыски в управлении ЖКХ Среднеуральска. Интерес силовиков вызвал контракт между госучреждением и компанией «Среднеуральское стройуправление», заключенный в августе 2019 года. Сотрудники управления ЖКХ приняли и оплатили подрядчику работы, которые не предусмотрены сметой. Ущерб для муниципального учреждения составил около 21 миллиона рублей. На сегодняшний день велись и ведутся обыски, присутствует Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, ведется выемка документов по факту неправомерной оплаты 21 миллиона рублей Среднеуральскому строительному управлению. Пока данные документы не найдены.